Шанти Шанти РФ, и мы смотрим подсумок для фонаря производства компании «Сплав». Начнем со взвешивания. 57 грамм. Теперь, собственно, интересно... 49. А, нет, 49, да? Ну, хорошо. Меньше, лучше. Так, наш фонарик по китысти все еще горит, кстати, после того, как мы скупали. Вот у нас есть фонарь Object LT, бренд Track. Сразу что сделаем? Сразу снимем клипсу, потому что клипса, скорее всего, будет мешаться. Его габариты можете подробно почитать на сайте. Если так, в длину это 16,5. Так. На 3. Там в широком месте. Давайте попробуем сюда убрать. Потом влез. И закрылся. Так что, в принципе, такое решение возможно. Мне не нравится то, что он закрывается не до конца. Сидит не то чтобы ненадежно, но я бы предпочел бы получше. И теперь показываем второй вариант. Да, давайте здесь в этом же ролике покажем. Это у нас подсумок для штык-ножа. Совсем впритык позволяет этот фонарик спрятать. Вот так он влез. Ну, вверх ногами вы навряд ли будете переворачивать. В принципе, вот эти вот крепление велкро можно застегнуть назад, чтобы их не отрезать. Вот так у нас он держится, и вполне себе затемляк можно достать. Если было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. Во всех остальных случаях заходите на наш сайт, покупайте фонари, подсумки, вообще тактические рюкзаки, и ведите правильный образ жизни.